Уважаемые друзья, всех приветствую на нашем YouTube-канале «Дача мечты». Очередная страничка, посвященная домашнему миру растений. Это мой любимый мир растений. И, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о таком интересном растении, как комнатный послен, он же карликовый помидорчик. Да, он и есть по ботанике, если брать по происхождению, это родственник посленовых помидор своего рода, один из видов помидора. Вот уже видно красненький один. Второе сейчас будет краснеть. Много на подходе. Более 10 плодов заметно здесь. Чему именно будет посвящен этот видео? Вот у меня пропал перец. Комнатный синий перец. Кто видел из моих предыдущих видео? Да, вот так. Возможно, моя вина. Возможно, при пересадке что-то было не так, что-то пошло не так. И вот, еще раз вернемся сейчас к этому нашему помидорчику. Вот здесь, обратите внимание. Вот. Сейчас я разверну его. Вот у нас появился такой детеныш. Наша задача сейчас исследовать, от корня ли, либо от самой шейки низа ствола пошел вот этот детеныш. И есть ли вариант, и есть ли смысл его отсаживать. И вторая задача нашего сегодняшнего видео. Все-таки вот это взрослое растение комнатного послена пересадить вот туда, на царское место. Извлекая предварительно вот этот пропавший перец, я хочу пересадить туда в большой огромный вазон, чтобы уже была перспектива огромного роста. Я планирую вот здесь вот так вот, это все место предназначено именно для вот этого нашего комнатного послена, а здесь оставить детку. Вот сейчас я хочу исследовать, предварительно включаясь и показывая вам все, что удастся, одной рукой делая, а другой рукой снимая. Очень трудно, друзья, но постараюсь все, что будет происходить, заснимать хотя бы фрагментарно. Итак, не переключаемся, продолжаем наше изучение послена комнатного. Ну что ж, друзья, как и говорил, я сейчас поближе поднесу, неудобно рассказывать, показывать и одновременно снимать обычным телефоном. Вот, я уже подготовил место, углубление для нашего послена. Сейчас уже, да, я предварительно пролил, там влажная земля, даже чересчур влажная. Сейчас чуть устоится, и мы будем извлекать из старого места обитания наш послен и будем его помещать на новое место жительства. Вот там видно у нас не совсем большой горшочек, и будет переезжать сюда, на царское место, наш послен. Не переключайтесь, продолжаем наш эксперимент, новоселье и одновременно изучение, какой же все-таки там отросток детки. От корня все-таки будет возможность его отделить. Нажмите паузу видео и дайте свой прогноз. Будет возможность отделить этот детка-отросток от взрослого
растение. Либо придется все вместе пока что пересаживать и ждать уже на новом месте новых деток. Ну что ж, друзья, извлекая из старого места обитания наш послен комнатный, я исследовал, вот сейчас вам покажу, и пришел к выводу, что все-таки эта детка не самостоятельная, она растет со ствола только из самой-самой-самой нижней его части. Вот здесь получается, она не самостоятельная и отделять ее нельзя пока что. И я все вместе, все растение пересаживаю на это новое, как я его уже назвал, царское место. Вот здесь будет, сейчас еще немножко углублю, я пока примерюсь, как оно будет здесь смотреться. Вот. Вот как-то так будет выглядеть этот вазон. Не переключайтесь. Сейчас еще немножко подготовки и будем усаживать на, я думаю, уже на долгосрочное место обитания наш послен. Итак, друзья, я все-таки еще больше чуть углубил, присадил. Сформировался своего рода такой ствол уже у нашего послена. Вот я еще поближе пододвину. Удалось вот так вот закрепить, чтобы было видно вам видео. Вот здесь небольшое углубление. Я говорил, я уже проливал, еще слегка пролью нашего новосела. И первую неделю буду стараться по чуть-чуть каждый день подливать, чтобы уселась хорошо земля под ним. Добавил чуть-чуть свеженькой земельки. Будем наблюдать за нашим новоселом далее. Сейчас еще подсыплю свежего грунта. Вот, пока что воды достаточно. Свежий грунт подсыпаем немножко. Вот. И постепенно, как земля уходит, будем слегка приминать. Не сильно притрамбовывать, а приминать, чтобы уверенно себя на новом месте чувствовал. Потом взъерошим немножко, вспушим. Можно даже обычной вилкой. Старая вилка, может, на хозяйстве вам уже не так это. Я выбрал старую вилку, обычную кухонную вилочку. И вилкой обрабатываю, вспушиваю вокруг вазонов часто. Ну вот, теперь это будет постоянное место нашего дерево. Деревца, которое я уже назвал королевский послен, так как он уже у нас восседает на царском месте. Королевский, царский, ну тут уже как-то так. Сейчас еще немножко поверну, может быть, чтобы вот эта вот сторона была к солнцу, к окну, а более густую сторону разверну чуть сюда, поверну сам вазон по часовой стрелке где-то на часа 3-4 еще разверну. Вот. Ну, обещаю вам рассказывать, как происходят дела с нашим посленом. Ну, еще хотел вам кое-что показать, заодно и проконсультироваться. Вот я успел до того, как пропал синий, вот видно три перчинки. Это был синий перец.
который был раньше в этом подвазоннике. Ну и на работе у нас пропадал вот такой еще перец. Я успел срезать эти плоды, они вот постепенно подсыхают. Скажите, пожалуйста, друзья, кто уже имеет опыт с таким вот перцем, вот с таким перцем и с таким? Если его вот сейчас просушить хорошенько, дать ему уже просохнуть, а потом из этих семян, которые там внутри, просеять в влажный грунт, например. Есть ли шанс, что из этих семян, вот таких перчинок, можно что-то вырастить? Пишите в комментариях. Вообще, пишите о ваших успехах в домашнем таком декоративном ботаническом занятии. О всех ваших секретах. Ну, естественно, это если не государственная тайна. Пишите, какие вы растения выращиваете. Делитесь секретами. Очень будет интересно для опыта и вообще. Я считаю, это занятие одно из прекраснейших занятий, существующих среди всех занятий. Да, простите за тавтологию. Итак, болеем за наш послен, чтобы он принялся. Давайте поставим лайки здесь, ну и вообще в каналом в целом. Ставим лайк нашему послену, следим за его успехами. Пока что закрепим за ним придуманное мною название «Царский послен». Итак, в гостях у канала «Дача мечты» был царский послен и его новоселье. До скорых встреч, здоровья, мира, счастья, любви и добра каждому из вас желаю. Но самое главное, крутых урожаев нам с вами, друзья. Пока, счастливо, удачи!